Российская фигуристка Евгения Медведева опровергла слухи о возможном выступлении за другую сборную. Спортсменка подчеркнула, что после начала сотрудничества с канадским специалистом Брайаном Орсером будет и дальше выступать под флагом России. «Переходя к теме событий последних дней, хочу пояснить ситуацию. Я буду продолжать выступать за Российскую Федерацию, оставаясь в школе самбо-70, тренируюсь при этом у канадского специалиста Брайана Орсера. Делаю я это для того, чтобы использовать новые возможности и другие методики тренировочного процесса и продолжать представлять Россию на самом высоком уровне». Как вы знаете, после Олимпиады 8 марта я летала в Германию для медицинского обследования, и мне было настоятельно рекомендовано воздержаться от нагрузок, и я была вынуждена пропустить 2 месяца полноценных тренировок, цитирует Медведеву пресс-служба Федерации фигурного катания России. What you doing with your man, huh? I just popped a Zan, 50,000 in Japan, huh? I ain't do no plan, these red bottoms on no Vans. And she telling all her friends, I might put them on the gram, hey. Baby girl, what you doing with your man, huh?